Вот, всем привет! Хочу поделиться впечатлением. Сейчас ездил на Geely M-Grand, новое. 2500 это чудо стоит. Ну, на ходу так себе. Поло, конечно, получше. По оснащению вроде норм для бюджетного автомобиля сейчас за 2,5 миллиона. Хотя со скидками отдают за 2200. Мне попался удивительный продавец, который обосрал все автомобильные марки, кроме Geely. Все говно, а Geely огонь. Кто ездит на сейчас на китайских Чанганах, Черри, как думаете, что лучше? Черри, Чанганы, Лифаны или Geely? Но при этом достаточно по комплектации оснащенной, удобные сидушки. Мультимедиа, конечно, хрень полная. ЖК-экран, который они рекламировали мне, тоже оказался хрень. Обычные приборы и то лучше читаются, чем их ЖК. Серое, все бледное. А так, кто думает, что лучше сейчас купить за 2,5 миллиона? Всем пока, всем добра.